Привет, ребята! С вами Каиса, и я продолжаю играть в Fox of War PlayStation 1 версию американского региона команды диверсантов. И у нас впереди 17-я миссия Женева Конвенция. Тут у нас 4 героя. Надо сделать так, чтобы только один страйк по мне прошел. Ну, попробуем. Тут надо встать рядом. Вот так вот с деревом. Стрельнуть по тенту. Он вроде выживает, и сейчас будет и снайперить меня. Да. То, что мне нужно. Я ему поставлю мину. Следующим ходом. И уничтожу второй тент. Но второй тент, а как я его уничтожу? Погоди-ка. Его ж так просто не уничтожишь. Он же выживет. А, может быть, мина плюс ТНТ поставить? Ой-ой-ой, а почему? А, ну да. Я глупость сделал. Этот помер, а этот сейчас на меня страйк будет пускать. Я глупость сделал. Надо переиграть. Не, ну кластерку брать мне не хочется. Ладно. Получу тоже снайперкой. Давай, стреляй, снайперки. Герой. Так, ты пойдешь. Поставишь мину. А в этого стрельнешь, наверное, из дробовика лучше. Чтоб он тоже снайперкой. Так, ты снайперкой же будешь? Да. Так, этому мина надо кластерку взять. Леон, пошел. Нам нужна кластерка. Можно даже здесь переплыть, будет быстрее. Ну, чуть-чуть потратил, не беда. Так, этому мину. Всего один страйк по мне пройдет. Так, а тому неси кластерку. Время истекает, но еще есть добежать, кинуть кластерку. Отлично. Оба готовы. Так, сейчас будет воздушный удар. А по кому? А, по этим целям. Но они выживут. Конечно, достанется сильно. Но они должны выжить. Ну,
Ну да, сильно достался. Клэр, 53 хп остается. Печально. Так, почему ты спотыкаешься? Сейчас надо взрывать последний танк. И чем его взрывать? Минами или... Или ТНТ плюс мины? Не, можно поставить вот так вот, мину. Плюс ТНТ. Наверное, будет хорошая смесь. А самому спуститься куда-нибудь сюда. А чё, мина не сработала, да? Печально. Джонс, что ты будешь делать? Он сейчас будет ТНТ ставить. Клэр, живи. Надо жить. Жизнь прекрасна. Живи! Да ёлки-палки, ну почему ты... Арх! Ну, начинаем все заново. Недостаточно, я отбежал. А почему? Я недостаточно близко встал. Ничего себе. Арх, надо переигрывать. Надо прям вплотную, что ли, вставать. Ну давайте я поближе встану. Достаточно близко, надеюсь, на этот раз. Так, ну пойдем кинем пластырку. Сначала мину, конечно, поставлю. Потом кинем кластерку.
Эх, далеко бежать. Но я добегу. Этого минусуем. Того минусуем. Так, и сейчас будет воздушный удар по мне. Но Клэр надо как-то, я не знаю, может быть, подальше отбежать. 53 хп оставишь, да? Как обычно. Ну да. Мину не надо ставить. Надо только ТНТ ставить и все. Ну да, 53. Все то же самое. Ее вообще, ну, жалко туда вести. У нее мало хп. Но тут надо далеко отбежать, чтобы этот герой не ТНТ ставил, а из базуки хотя бы стрелял. Далеко отбегай. О, скатился нормально. Так, ну сейчас у нее не будет такой, это, такого желания пойти поставить ТНТ, поэтому он и снайпер будет. Отлично. Отличный ход. Леон выдержит. Я уверен в нем. Так, кто-то должен пойти на минное поле. Диверсанты как раз в этом спецы. Они видят мины за версту. И вот уже может собрать медали так быстро. И может еще успеет что-нибудь сделать. Хотя вряд ли, конечно. Но чем черт не шутит? Может и успеет добежать. Выкинуть, конечно, я его не успею. Далеко бежать слишком. Хотя... Может успею. А ты полетишь туда, куда нужно? Но у него еще 60 хп. Нет, он не полетит куда нужно. Так, ну по крайней мере у меня вроде никто не ваншотный. Что будет делать герой? ТНТ ставить. Отлично. Мой выдержит этот. Мы его добьем следующим ходом. Ребекка. Крис уже идет. Ну где ты, сволочь геройская? Чё тебе не имется? А ну получай. И лети отсюда. Вот мы с вами, друзья, и прошли 17-ю миссию. Ничего сложного не было. Надо только было грамотно расставить своих бойцов. Получаем 4 медали. Давайте сохранимся. Я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи. Услышимся в следующих сериях. Всем пока.